То есть женщина, которая болеет, боится, что ее ребенок не создаст свою жизнь. Я хочу сказать, что это неправда. Каждый человек, что должна давать семья своему ребенку? Семья должна научить ребенку бесстрашию. А это говорит о том, что необходимо взрастить в ребенке страсть, бесстрашие. Также необходимо научить ребенка надежды, веры. И дать ребенку понимание, что самое основное для него – это его семья. Потому что семья – это очаг, семья – это поддержка. Не нужно убегать из семьи, нужно всегда знать, что семья поддержит. И нужно еще и перекладывать ответственность за дела семьи, а также навязывать такую ответственность за семью обязательно своему ребенку. Почему? Потому что такой ребенок в дальнейшем захочет зарабатывать и захочет отдавать в семью. У меня такое было с мамой. Когда я рос, мама все время говорила: вот ты вырастешь, и на тебе будет лежать ответственность за всю нашу семью. Ты должен будешь всегда стараться всем максимально помочь. Потому что и я буду старой, и сестры твои будут несчастными, возможно. Ну, говорит, вы должны друг друга поддерживать. Мама, низкий тебе поклон. Именно эти слова, они в дальнейшем создали у меня вот такое понимание, что семья, она создана для максимальной поддержки друг друга. Конечно же, ребенок, который чувствует поддержку, иногда воспринимает это в виде доильного аппарата. И потом, когда начинает сам зарабатывать, ему семья не нужна. И именно в этот момент становится понятным, что семья чего-то не дала. Чего? Нужно было в ребенке воспитать еще ответственность за близких, за сохранение семьи, за то, что мы все состаримся, и ребенок должен понимать, что это его ответственность тоже, что престарелые люди, что старые люди, они должны быть на плечах тех детей, которых они вырастили, понимаете? Естественно, не нужно бояться. Бог создает детей и дает им на существование, и дает потом и на родителей. А обычно вот эти страхи, они именно и блокируют вот эти все возможности, которые должны появиться у детей. Не надо бояться по поводу своих детей. Ага, ответил на вопрос.